пожалуйста. Очень простой вопрос вам хотим задать. У нас вот постоянно все запрещают, запрещают. А что бы вы запретили? Что запретили? Что, вам не нравится запретить? Курение, наверное, курение? В общественном месте, да. Я даже не знаю. Ну, продавать там вредные продукты. Я бы запретила... Все запреты? Я бы вообще ничего не запретила, я бы вообще все разрешила. Сколько можно запрещать? Безобразие просто. Спасибо огромное. Бесконечно, запреты. Ну до каких пор? В смысле, в России что бы запретила? Да, нельзя делать и все. А, ну категорически нельзя, естественно, продажу алкогольных напитков, потому что так или иначе все равно это же производится. Ну и курить в общественных местах и на остановках. А так все круто. Продажу алкоголя. В ночное время. В жилых домах. Ну, сложный вопрос. Наверное, коррупцию. И, наверное, чтобы чиновников, которые поймали за коррупцию, наверное, за имущество, чтобы у них это ликвидировали, да, в общем, да. Курить, я знаю, понял, это запретили. Но я тоже много лет откурил. С 43-го года курил. И нечаянно сбросил. Полтора уже года не курю. Но самое главное, конечно, курить не надо. Ну, маленько выпивать так тоже много не надо. Это плохо будет. Но я уже, считай, сколько лет спортом занимался я. Мы в то время даже деньги получали, нам давали. Я на перед Дальний Восток Сибири уступал 25 рублей. А бутылка водки всего 21-20. Окей, ребята, в 54-м году я. О, и не пили мы, жадности не было у нас такой. We'll be right back.